Только что приступил к исполнению обязанностей президента, выборы только прошли. Я даже не знал, что там учения какие-то проводятся серьезные. Министр обороны позвонил, сказал, что вот мы потеряли лодку, но обнаружили уже. Сейчас начинаем работу. Было непонятно, что происходит, что-то трагическое. Сообщение о крушении атомного подводного крейсера «Курск» за минуты облетело весь мир. Владимиру Путину о катастрофе доложили немедленно. Но даже те, кто докладывали, не вполне представляли, что именно произошло. С лодкой была потеряна связь 12 числа в 23 часа 30 минут. С этого момента был объявлен розыск. На розыск в таких условиях отводится штатно до 7 суток. Мне очень жаль, но дело обстояло не так. В море в районе учений было множество российских кораблей. Все они, как мы полагаем, ведут наблюдение за ситуацией вокруг себя. На лодке раздается рано утром страшный взрыв. Два взрыва. Второй из них несколько тонн тротила. Такой взрыв трудно не зафиксировать. Его само собой фиксируют. И место взрыва фиксируют. Если это не так, то флот надо распускать немедленно. Потому что взрыв зафиксировали даже сейсмические станции на Аляске в Соединенных Штатах. Лодка была обнаружена в 4 часа 30 минут 13 числа. А в 7 часов утра меня проинформировал об этом министр обороны. Таким образом, президента проинформировал и министр обороны через сутки после взрыва. Я не хотел бы показаться въедливым или придирчивым, но очень важно тут быть точным. И что знали на этот момент военные? Первое, о том, что с лодкой утрачена связь. Второе, что она лежит на дне. И третье, с ней установлен контакт с помощью технического средства, которое на лодке есть. Вот все, что они знали. Это же военные учения. О чем информировать в данный момент? Ну, можно было, конечно, говорить о том, что с лодкой утрачена связь. Но это не штатная ситуация, да? Но это бывает. Так, и можно, конечно, поспорить, и можно за это покритиковать. Но осуждать за это военных я бы не стал. Боюсь, что сказанное президентом противоречит фактам. Он говорит, что с лодкой утрачена связь, но немедленно вслед за этим утверждает, что с ней был установлен контакт. Одно из двух неверно. На лодке действительно есть приспособление, которое постукивает периодически. И гидроакустики его слышат. Но это не контакт с лодкой. Это акустический маяк лодки. Вы видите его перед собой. Второе. Если бы на лодке возникла предусмотренная, обычная нештатная ситуация, как говорит Путин, то был бы выпущен специальный буй, который позволяет говорить с лодкой по телефону. Вот этот буй. Он не был выпущен. Ну что греха таить, мы же хорошо знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. И поэтому, откровенно говоря, ничего удивительного нет, но трагедия колоссальная. Столько людей погибло. Да, сейчас, в принципе, установлено почему. Взрыв в торпедном отсеке, пожар, потом детонация боезапаса. Корпус практически лопнул. И, конечно, это нельзя забыть. Are you enjoying it? Отчасти. К сожалению, сегодня мы немного можем сказать о причинах трагедии.